Полезный город. Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. Я приветствую Татьяну Пушкареву, руководителя управляющей компании «Территория комфорта». Добрый день, Татьяна. Добрый день. «Территория комфорта» достаточно еще молодой игрок на рынке коммунальных услуг. Число домов, находящихся в вашем управлении, постепенно растет. Как с ними работаете? С какими проблемами приходится сталкиваться? В 2023 году к нам непосредственно перешло под управление три дома. Это Конева 13. Они у нас находятся в управлении с 1 марта 2023 года. Конева 13. 13/2, они к нам перешли с 1 июля 2023 года, и Пятницкая 56, корпус 1. Они к нам перешли вот совсем недавно, с 1 августа. С чем мы сталкиваемся? Это с абсолютным неготовностью домов и к ненадлежащему содержанию предыдущих управляющих компаний. На Конева 13 нам пришлось полностью менять всю запорную арматуру. Невозможно было выполнить какие-то работы на системах ХВС, ГВС и отопления, не перекрыв полностью весь дом. Но проблема-то еще в том, что даже входные задвижки не обеспечивали полное перекрытие дома. Герметичность. И поэтому при выявлении каких-то аварийных ситуаций нам приходилось полностью отключать весь дом. Теперь мы имеем возможность перекрывать каждый стояк в отдельности. Это мы стараемся делать на всех домах, как только получаем их. Ну, в принципе, в прошлом году эта же самая работа была произведена на Волково 2 и на Конево 13/2. Мы точно так же поменяли входные задвижки и установили запорную арматуру на каждый стояк. Также установлены спускники для того, чтобы при начале отопительного периода мы имели возможность пропускать не весь дом, а конкретный стояк, что значительно сэкономит расходы на общедомовые нужды. Конечно, когда дом приходит, новая управляющая компания, им хочется увидеться результат, но, конечно, первостепенно для того, чтобы дом функционировал, чтобы все это было, это нужно делать на сетях. Также необходимо провести работы по фасаду, что мы сейчас и делаем, то есть герметизацию межпанельных швов, замена аварийных радиаторов, у нас тоже это все полностью производится. Мы стараемся, не все сразу можем, но мелкими шажками идем к цели. Продвигаемся к своей цели, да. Территория комфорта открыта для сотрудничества, где можно получить более подробную информацию? Более подробную информацию у нас можно получить, обратившись к нам в офис по адресу труда 80А, помещение 1002, позвонив по телефону 43-72-72. Также всю информацию полностью мы размещаем в официальной группе ВКонтакте. На сайте у нас работает функция обратной связи. Ну и также обращение можно направлять через ГИС ЖКХ, либо на электронную почту ktk43@mail.ru. Спасибо. Татьяна Пушкарева, руководитель управляющей компании «Территория комфорта». Полезный город.